вещичка со времен СССР для любителей активного отдыха. Ну и вообще можно было брать с собой в поездки, в командировки. Наборчик, состоящий из, вы видите перед собой сверху, ложки, открывашки, ножа непосредственно, плюс вилки. Обсуждаемый набор предметов. Сам нож производился в Москве согласно клейму, проставленному на рукоятке ножа, клейму завода. Нож изготовлен из нержавейки. Посмотрите, имеется соответствующая надпись. И сам нож, он разбирался на три части, но перед вами две части. Одна с ложкой и открывашкой, штопором. Здесь просто запсевело уже этим ножом. Долгое время никто не пользуется набором. Поэтому здесь вместе сейчас в одной части две. Непосредственно сам нож по центру, плюс в следующем наборе вилка и такая открывашка. Ну, эти ножи достаточно были удобные. И, в принципе, из советской промышленности обсуждаемые девайсы предлагались в ограниченном количестве. Не просто из-за того, что они были дефицитом, а выбора каких-то марок было очень мало. Это сейчас можно купить и пластиковые ножи, ложки, вилки в дорогу, в том числе и различные наборы, дороже, подешевле, китайские, либо какие-то еще иные. А стоил весь этот набор, посмотрите, клеймо есть. Давайте взглянем. 5 рублей. Так что вот такие вот дела. Достаточно симпатичный наборчик. Нож, открывашка, вилка, ложка и штопор. Да, в принципе, что еще в дорогу-то нужно, кроме указанного? И все это отдельно было. Ножом что-то порезал, вилкой поел, ложкой поел. Можно сказать, что много места наборчик не занимает. Удобно его хранить где-нибудь в сумке, в рюкзаке. С собой брать. Сейчас такие аналоги продаются китайского производства. Есть дешевые, есть не очень дешевые. Вот такие вот дела.